дисциплина, регулярные насыщенные тренировки, специальные упражнения. В Одинцовской спортивной школе Олимпийского резерва на отдых времени практически нет. Здесь юные спортсмены приобретают профессиональные навыки. Мы подготавливаем резерв для национальной команды, для областной команды. Специфика нашей школы в этом и заключается. Поступить в Одинцовскую спортивную школу Олимпийского резерва возможно. Важно соответствовать критериям отбора. Ребенок должен делать правильное скольжение. Смотрим на правильность работы ног, симметричность работы ног, как удар ногами идет. Вот. Также многие дети уже приходят с фитнесов, с частных тренеров, да, уже им ставят технику. Вот. Мы тоже на это внимание обращаем. Более 500 спортсменов оттачивают свое мастерство. Тренируются днем и вечером. Главная цель – попасть в сборную России. Спортсмены школы Олимпийского резерва уверены, чтобы стать лучшим, необходимо обладать определенными способностями. Выносливостью высокой и умением работать грамотно там, с тренером, найти общий язык с тренером, психологически быть очень сильным. Воспитанники Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва ежегодно пополняют ряды сборных команд Московской области по плаванию. И это не случайно. Здесь тренируются победители и призеры муниципальных, областных и всероссийских соревнований. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».